У нас в гостях всемирно известный коллектив Государственный академический русский хор имени Александра Свешникова. Дирижер и главный хормейстер Александр Топлов. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Наверное, спасибо, что пришли к нам. Не ожидали в таком составе увидеть вас. Вы такие красивые, бодрые, зажигательные. Но коллективу уже приличный возраст. 80 лет. Да. От лица Государственного академического русского хора, его художественного руководителя Евгения Волкова, я, дирижер, рад вас поприветствовать, всю страну, всех тех, кто в этот момент смотрит Первый канал. Доброе утро, здравствуйте. Сколько вас человек сегодня? Сегодня у нас довольно камерная группа, но вообще нас довольно много. Сегодня 35 человек. А сколько вообще? Какой состав коллектива? Ну, где-то уже 75 вот. Так вот. 75 человек. Да, это не самая большая цифра. В советские времена численность коллектива доходила до 120 человек. Ничего Мы так понимаем, что вы не испугались ни погоды, ни того, что вы на открытом воздухе готовы нам сейчас что-то исполнить. Да мы ничего не пугаемся. Мы буквально вчера были в одном радиоэфире, сегодня вот на Первом канале. И у нас есть для вас сюрприз. Отлично. Вам тогда мы попросим. Вам нужно пару секунд, чтобы дать тон, правильно? Да. Как вы это будете делать? Покажите. Камертончиком. А что слушайте? Тон дает ля, 440 Гц, а я им потом даю. Давайте. Марина все знает. Давайте начинать. Соль, ми, до, фа, си, бемоль, ми, бемоль. У нас в гостях был академический русский хор имени Александра Свешникова. Спасибо, друзья. С наступающими. Спасибо. С наступающим Новым годом.